Дорогие зрители, я нахожусь на своем твинке, и на прошлом стриме я оборвал снова трансляцию на самом интересном. Это поход на новую арену. Я называю эту арену начало адской там долины, начало мучения. Не знаю, как угодно, много можно подобрать эпитетов, но это реально помойное ведро. 3000, 4000 кубков, то даже плюс там на 4000 тоже такие додики сидят, что... Непредсказуемая прокачка, непредсказуемая колода. Короче, полный трэш. Но это даже подогревает интерес. И, бля, будет забавно. Ребята, подпишитесь на канал, поставьте лайк, приходите на стрим. Будет интересно, потому что нам до конца сезона этот аккаунт надо поднять на 5к. Осталось меньше, чем... Нет, не меньше, а 2 недели нам осталось. За 2 недели, ребята, до 5к я подниму. Поэтому обязательно подписывайтесь. Я буду скоро ускоряться, потому что, ну... Осталось реально мало времени, а мне надо еще... Ого, сколько поднять. Короче, сегодня у меня цель взять 3000. Вот такая вот колода, вот такая вот прокачка. Поехали, набираем 5000 лайков, я записываю новый ролик на этом аккаунте. Возможно, буду донатить, возможно, буду открывать сундуки, поэтому... Кликай на подписочку и на колокольчик. Итак, поехали. Блин, а я вот честно только сейчас на видос заметил, что осталось 2 недели. И немножко начинаю волноваться. За 2 недели, блин, надо успеть мне прокачать фул колоду. Мне надо взять 5000 кубков. Ну такое, друзья. Ну я буду стараться. Я буду стараться, потому что, ну я вообще пока еще толком не донатил. Только 14 тысяч гемов закинул на этот аккаунт. Вот, ну, значит, в скором времени постараюсь 28, может, 40 тысяч, может, 50, не знаю, попробую. Ой, не знаю. Ну, думал, что я аккуратно буду прокачивать, как можно меньше потратить гемов хотел, но, видимо, уже пора, пора уже закидывать. Так, блин, где мой голем? Давайте, разряд. Так, хорошо. Так, 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 так. Чё, голема, наверное, поставлю за вышкой. Отлично. Давай, давай, хоть одну тычку. Нормально. Ставим голема. А, так. Что ж это за колода, интересно? Торнадо, если вдруг хок пойдет. Сейчас пойдет пушечка. Так. Я не знаю, ребят, что мне делать. Я попробую с помощью торнадо активировать главную вышку. Да, собственно, у меня это получилось. Интересно, чем он теперь будет дефать голема, когда он слил мини-пеку? Давайте повозку с пушкой закидываем. А, у него 2 принца. Угу. Интересно. Так, лучше, вот сейчас бы я лучше вместо мегаминьона кинул бы Poison. Вы просто посмотрите, сколько бы я зайцев сразу убил. Ну, скорее всего, Poison мне и так придется кидать. Вот, смотрите, кидаем Poison, потому что ведьму будет очень трудно задефать. Так, дальше мне Валькирия понадобится сейчас, наверное. Давай-давай, пушка, добей ведьму, все, найс. Так, Валькирия. Разряд не буду использовать. Так, надо было Валькирию где-то вот здесь кинуть, чтобы главная вышка еще атаковала. А, она достает. А, она по скелетикам достает. Так, как думаете, смогу я на 3 короны его взять? Давайте ставим голема, попробуем. Попытка не пытка, прокачка у него не мощная. 5-6 рарки. Так, ну пушку придется, иначе он снесет вышку. Опа. Не ожидал, не ожидал. Ну ладно, зато пушка пойдет дальше за големом. Так, ну вышку у меня, кстати, не забрали. Здесь у нас сейчас на летучих мышей полетит дракон. Так, здесь у нас яд. Так, надо срочно всех на яд подтянуть. Блин, что-то я как-то криво всех подтянул. Ладно, нормально и так сойдет. Не мешайте мне, пожалуйста. Так, давайте пушку поставим. Здесь мы разряд. Не, 3 короны не осилю, блин. Хотя, давайте ядом накроем. Так, пушка, давай, 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 пушка, давай, тащи, 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 да что, не хватило, 84 хитпоинта. Ну да ладно, победа все равно, это меня радует, 28 кубков, найс. Так, ставим открываться сундук, в общем осталось, получается, 2 игры, ну поехали. До 3к еще нормальная игра, до 3к может подобраться как и прокачанный, так и обычный игрок. Но свыше 3к, ну где-то уже начинается самый, извините за выражение, пиздец, потому что другого слова тут не подобрать. Это с 3400, вот там уже реально начинается, ну, трешак. Там, во-первых, легендарки, я не знаю, там 90% колоды из легендарных карт, которые второй, третий уровень даже. Ой, блин, короче, все, хватит болтать, я тупить начинаю. Так, давайте дракон. Опять нормальный соперник подобрался. Прокачка прям, ну,
идеальная для таких кубков. Ну, восьмые комонки, шестые рарки, большего и не надо. А вот когда мне подбираться на таких трофеях 11-е комонки, 10-е комонки, там и 7-е, ну, 7-е рарки, ну ладно, 7-е рарки, хрен с ним, тут, я не знаю, с этим спорить трудно. 8-е рарки, когда на таких кубках подбираются, ну, это лютый трындец. Так, надеюсь, что торнадо не понадобится. Отлично. Хотя можно было бы без мега-мухи активировать главную вышку. Вот, может было бы полезнее это. Ну ладно. А, чем же он будет атаковать? Что у него за танк? Я, наверное, Валькирию солью. Сливаем Валькирию. Так, остается еще 30 секунд до двойного эликсира. Так, блин, мне понадобится, наверное, еще что-нибудь подкидывать, чтобы дефать мини-пеку. Блин, ладно, сливаю пушку. Так уж и быть. Тихо. Нет, пожалуйста, пушка. Давай, 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 давай. Ах, жесть. Боже, так глупо пропускать урон. Это... Ну как можно мини-пеку пропустить было? Ну... Да. Так, мега-миньон. Смотрите, нифига дракон нанес урона. Так, все, понеслась. Понеслась, ставим голема. Так, сейчас очень хорошо сыграет у нас Валькирия. Так. Надеюсь, мне не придется... подкидывать на мага что-то, отлично. Здесь мы ставим повозку с пушкой. Здесь мы кидаем Валькирию. Здесь мы кидаем дракончика. В принципе, я вообще не видел карт опасных для меня. Все дефаю абсолютно. Сборщик непонятно, конечно, зачем он поставил. Но ладно. Что сделано, то сделано. Вышку, естественно, мы забираем. И дракон... Нет, дракон, к сожалению, не всех забрал. Так, торнадо. Самое главное, торнадо не сливать, дабы сейчас от шарика мне не прилетело. Так, можно было бы, конечно, и пушку еще под урон подставить, чтобы как здание дефа было. Да, все, я выиграл. Если, конечно, там сейчас ракета не полетит. Ну, все, отлично. Победа. Ну, прям вообще изи. Этот соперник прям изи-изи был. Значит, остается нам, получается, последняя каточка, да? 30 трофеев. Надеюсь, мне не дадут 28 или 29. Я очень на это рассчитываю. Поехали в бой. 3000 кубков. Блин, ребята, реально нужно ускоряться, поэтому давайте, ставьте лайки, я буду пилить еще видосы, буду апать новую арену, буду донатить, буду открывать сундуки, потому что что-то как-то я, не знаю, может на 2 сезона его растянуть. Ну, в этом сезоне что-то вообще не успеваю. 2 недели осталось, реально. За 2 недели мне надо прокачать фулл аккаунт, у меня только 3-й голем, а мне надо 8-й. Я не знаю, возможно ли это. Ну, понятное дело, что возможно, но это ж мне охренеть сколько надо гемов. Не знаю. Так, чё, запнуть? Да, по-любому. Зап, конечно, не попал по принцу, но там либо было выбирать мне либо принца сбивать разбег, либо духов пропускать. И то, и другое бы нанесло мне урон по пушке. Так, ну, естественно, я пропускаю. Ой, как хорошо, что она сначала сагрилась на этого, на пушку мою. Так, 1200 хп осталось. Угу, не сладко, не сладко. Еще целая минута до двойного. Даже не знаю, может голема поставить? Он больше эликсира слил, чем я. Это однозначно. У него сейчас мало элика. Ну, и прокачка у него, в принципе, не такая уж и серьезная. Поэтому, если там не пека или не пламенный, то проблем не должно быть. Если есть пламенный... Кстати, по поводу лагов, ребята, я вот не следил, но вроде не вижу... В этом видосе был ли лаг или нет? По-моему, я... Блин, инферно. По-моему, я нашел решение проблемы. Ну, конечно, не на 100%, но немножко. Было в рекомендациях на форуме отключить Bluetooth и все Bluetooth-устройства, так как они тормозят сам процесс передачи... сам процесс транслирования экрана на ПК-устройство. Вот, я вот сейчас отключил, ну, вроде не лагает. Но все равно, мне кажется, это все бред. Это зависит... Ой-ой-ой, разгоны от бандитки. Ой, блин, ну все, минус вышка. Это очень опасно. Я не знаю, я попробую пушкой снести вышку. Так, пожалуйста, давай. Пушечка, ну давай, выезжай, пушка. Наноси. О, все, минус вышка, отлично. Так, фу, ну все равно, сейчас если принц, бандитка, рейдж пойдет...
Мне надо срочно до Валькирии, значит. Бля, пацаны, он рили идет на три короны. Вот больной, а. Разряд. Валя, 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 только не с разгона, да что тебя. Ну все, он не... блин, ну сейчас инферно будет. Зашибись, я зап потратил. Капец, мне сложно его выиграть. Давайте ядом накроем. Огненные духи вообще ни о чем. Давайте пушку поставим. Не сразу. Да ёптить, опять с разгона урон. Я до Валькирии еще не докрутился. Вот это он зря. Это он зря. Давай, 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 давай. Уничтожьте только его. Так, ну, дракона пропускаем. Лол. Так. Так. Так, и вот так. Хорошо, отлично. Он инферно, идиот просто. Ну, ну сказочный идиот. Слил инферно. Он, ну, блин. Я не понимаю, как можно так тупо слить инферно. Ты же, у тебя вообще все идеально в плане для дефа, для атаки. Вот. Ну, просто ему вообще можно было не париться. Ставишь инферно и всю мою атаку, в принципе, дефаешь. Плюс ему не, очень легко было атаковать меня три короны. У меня только пушка и Валькирия. Вот. Но он сам просрал. Блин, мне, кстати, не факт, что дадут 30 кубков за него. Поэтому, возможно, мне придется еще одну катку сыграть. Ну, я надеюсь, что не придется. Итак, сколько трофеев? Давай, давай. Да, нет, ну что такое? Да что такое? Ну я просто... Бесят! Фак! Ладно. Не, не две игры, одну игру. Хуниор! Ой, блин. Просто жесть. Ладно. Да, я знаю, что там ошибка была, что можно было шарик задефать. Я сидел, тупил. Я просто не знал. Ступор, знаете, иногда ловишь ступор, и ты думаешь, как бы лучше сделать. Как бы вот не, про... не завтыкать, и чтобы эликсира немного потратить, и при этом, ну, все сделать правильно. И в итоге все пошло наперекосяк, потому что... Нет, тут надо торнадо, потому что пятый шарик долетит. Вот надо было его просто вот так вот назад оттянуть, я хотя бы получил бы меньше урона. И при этом бы мегаминьон сразу бы мне открылся. Я не знаю, буду отвлекать Валькирии. Вот. Если бы я вышку не потянул, ну хотя не знаю, не факт бы, что я его выиграл, там реально трэш какой-то. Пека, 2, стоишь урона. Ну торнадо вроде не было у него. Ну хз, ладно, короче, хрен с ним. Пушка, еще в конце... Ой, хорош, я думал, он не сагрится. Пятые эпики на 2900. Блять, пятые эпики на 2900. Две тыки сделал принц. При этом я пушкой еще дефал. Ладно. Пятые эпики, шестые рарки. Хороший баланс у него в деке. Так. Че они так любят много сплэш урона? Это жесть. Колдун, ведьма. Мне бы хватило ведьмы, я бы лучше набрал... О, это вообще прям... Сверхразум. Я слил мегаминьона. Мне придется сейчас в любом случае пропустить шарик. В любом случае. Яд. И все равно пропускаю урон. Десятая комонки. Ладно, поехали. Наверное, надо было с другой стороны атаковать. Хотя, тут без разницы, с какой стороны атаковать. Ну, если я его выиграю, я, в принципе, должен уже быть на 3000 трофеях. Так, у него сейчас нету, в принципе... Че, ракета? Ну, вот, это хорошо. Блядь, сука, я не могу. Видели, куда ракета, да? Блять, а Poison, кстати, я не лучше. Poison тоже в никуда. Ну, хотя бы по вышке попал Poison. Но он вообще никуда не попал. Ни по вышке, ни по пушке. Это ж целился парень. И такой прицеливался, ждал, ждал, ждал. И в итоге к успеху шел. Да, то все равно мне таких додиков, как он, не жалко. Он с пятыми эпиками сидит. Он с пятыми эпиками сидит. На 2900.
Ну, судя по тому, как он кинул ракету, понятно, почему он тут сидит. Все, пацаны, аллилуйя, 3К трофеев, сюда иди. 30 кубков, да. Все, вот они 3000 трофеев. Давай, давай, опа, ча, норм. Норм. Я знаю, какая это спецуха будет. Я знаю. Да, че, нет, я не знал. Опять что ли, вот это кабанья гора? А, ёб, кабанья гора, я имею в виду опять же эти 50 тысяч кубков. Суперсел, ну неинтересно, неинтересно на всех кубках одинаковые спецухи делать. Вот раньше было интересно, там супермагический, там огромный, там нет, прикольно на самом деле, что легендарочки набиваются, типа по 50 тысяч золота фармится. Короче, чё, ну блин, ну я не знаю, давайте оставим его на следующий выпуск. Я подготовлю какое-то такое мини-открытие, задоначу на этот сундук, еще какой-то сундук придумаю открыть. В общем, ставим 5000 лайков и следующий ролик буду донатить, а что? С этого момента на этом аккаунте начинаются очень серьезные проблемы. 3000 кубков — это и шутки, серьезно, это уже реально взрослая жизнь начинается. Тут все серьезно, что было до этого, это все в отстой. Вот сейчас начнется, будет пригорать. Ну, я буду прокачивать карты, я не собираюсь третьими эпиками тут играть, потому что, ну, вы видели сами, пятые против меня, скоро будут и шестые. Подписывайтесь, ждите новые ролики, желаю вам удачи, не болейте и хорошего настроения. До новых встреч, пока.